Отца кто-то еще молодой. Культура уличного пения вновь набирает популярность. Несмотря на холод, прохожих оставить равнодушными практически невозможно. Живая музыка притягивает. Люблю музыку живую и вообще живой вокал, и тем более русский народный. Так здорово, что традиция поддерживается. Ну, просто живые звуки, они всегда настроение поднимают. Подмосковные умелицы – ежегодный Звенигородский фестиваль. Один из дней большой фестивальной программы собрал в старинном городе более 15 уличных музыкантов со всей Московской области. Для них главная мотивация – эмоции окружающих от выступления. Другие люди, которые случайно могут увидеть, и они даже могли не знать, что им это нравится, а им это понравится. Пермской кавер-группе Three Band уже несколько лет. Говорят, фестиваль позволил поделиться музыкой со слушателями в уже полюбившемся формате. Уличный формат привлекает своей, может быть, банально, но свободой, потому что ты независим практически ни от чего. Ну, только если вот в данном контексте это временные рамки. Обычно, играя на улице, ты сам себе хозяин, и ты можешь давать ту эмоцию, которая свойственна только тебе. Это вот уникальность момента, и мне кажется, это вот как бы пленяет больше всего. Пианисты, электротрубачи, фольклорные исполнители, рок-группы. На фестиваль прибыли самые разные представители музыкального сообщества. Всех объединяет одно – любовь к музыке. Заряд энергии, веселое времяпрепровождение и отличное настроение гарантированы, утверждают посетители фестиваля. По-рождественски, празднично. Пройти мимо было просто невозможно, потому что волшебные звуки музыки нас просто привели сюда. И фестиваль очень замечательный. По словам организаторов фестиваля, уличные музыканты – настоящее украшение программы. На протяжении двух дней коллективы безостановочно радуют посетителей творчеством и создают невероятно праздничную атмосферу. Каждый час новый артист, не похожий на предыдущего. Впервые в прошлом году вот на этих же улицах, на этих же площадках к нам приехали музыканты, уличные музыканты из разных мест Москвы, Подмосковья и из разных регионов России. И это событие осталось очень так, запечатлелось в памяти звенигородцев, ну и, собственно говоря, всех гостей города, кто приезжал к нам в прошлом году. И мы такие многочисленные просьбы получали повторить этот фестиваль и вообще сделать его регулярным. Просьбы были услышаны. Теперь уличные музыканты – обязательная часть программы ежегодного фестиваля «Подмосковный умелец». Культура таких выступлений уникальна. Чтобы максимально раскрыть ее суть, организаторы привлекают самых разных артистов – от представителей авангарда до классики. Эмилия Ракелян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».